Новый год, новогоднее настроение. У многих эти фразы ассоциируются с праздником, на котором собираются друзья и родственники. Елка, оливье, мандарины, красный колпак, как у Санта-Клауса, подарки. Или может... Нет, это не важно. Это все незаменимые спутники Нового года. Но это не главное. Для многих эта ночь является моментом, когда можно оставить старые проблемы в старом году и начать сначала в новом. Ведь человек волен над своей судьбой, над своим выбором. И если вы чувствуете, что нужно начать с чистого листа, просто сделайте это. Не ждите Нового года, ведь новая жизнь не так далеко, как нам кажется.